Всем привет! С вами Кекс, и сегодня я буду делать крем для трубочек. Это самый простой, наверное, в мире крем. Это сгущенка. Крем сгущеночный, то есть он подходит суперски для эклеров и вот для моих вот трубочек. Кому будет интересно, выложу рецепт таких вафелек, как я делала. Я делала их еще в старой советской электровафельнице. Вот, так что, если что, пишите. Смотрите. У меня в миске миксера 150 грамм сливочного масла, размягченного, ну как бы не то чтобы размягченного, оно простояло у меня несколько часов при комнатной температуре вместе с моей сгущенкой. Сгущенки у меня в стакане 450 грамм. Девочки некоторые пишут, что смешивают они один к одному, то есть масло со сгущенкой, или один к двум. Но я не хочу мне это кушать, я не хочу, чтобы это было чересчур жирно. Поэтому я мешаю даже более чем 1 к 2. То есть у меня 150 грамм масла и 450 грамм сгущенки. То есть, и у меня ничего не расслоится, ничего не произойдет. То есть на качестве крема это никак не скажется, но будет менее жирно. То есть зачем кушать много жира? В общем. Но вы делаете, как вы хотите. Я вам, в общем, показываю так, как делаю я. И я покажу, что крем получается, в общем, устойчивый. Такой крем можно делать, кто не хочет возиться с карамельным кремом, как я показывала. И такой крем очень удобно делать для сникерса. Он тоже будет очень насыщенный, вкусный. Тоже добавит туда арахис колотый, и все будет классно. Так что попробуйте. Может, вам так больше даже понравится. Кому-то больше нравится сгущенка. Учитывая то, что у меня она как бы будет крем очень насыщенный, именно сгущеночный, там масла вообще чувствоваться не будет, будет казаться, что там одна сгущенка. У меня приезжали в гости родители. На самом деле мне эти трубочки вафельные нужны были только ради там двух конусов. Вот, кстати, посмотрите, вот крем густой, не плывет, не течет, ничего. У меня будет тортик там, где перевернутая мороженка. И сверху как бы стоит такой конус, что это мороженка перевернутая. Зачем покупать 10 штук, если я могу сама его сделать? Я, кстати, захотела сделать свои трубочки еще с орешками. Так что вот я поджарила немножко в микроволновке орешки. И сейчас я их немножко отшелушу, чтобы у меня шелуха не была у меня в креме. И вот так вот измельчила. Немного я оставила для того, чтобы бока трубочек присыпать. А так все остальное я добавляю в свой крем. То есть все у меня будет внутри трубочек. Данное количество трубочек, что я вам покажу, я, кстати, очень привыкла все рецепты свои измерять в яйцах. То есть это такое, что поддается штукам. То есть этот рецепт у меня был на 3 круглых яйца. И рецепт этих именно трубочек я... Ну, не то чтобы придумала сама, я просто совместила два рецепта и немножко изменила их еще. Потому что один раз делала по одному рецепту, трубочки были немножко вязкие, не хрустящие, мне не понравилось. Второй раз делала, трубочки были чересчур тонкие, чересчур крохкие, ну вообще как бы не это. А в этот раз я решила сделать вообще по-своему, и поэтому у меня вышли офигенские просто трубочки. Они хрустящие, в меру сладкие, в меру ванильные, ну просто классные, так что я же говорю, если вам будет интересно, пишите, я сниму еще рецепт отдельно для вас трубочек, если у вас есть электровафельница, вам очень сильно повезло, вот. Тем, кто хотел посмотреть просто сгущеночный крем, собственно, мы закончили, можно орешки не добавлять, а я вот начиню свои трубочки. Я здесь буду пользоваться кондитерским мешком и без насадки, потому что хотела сделать вначале с насадкой звездочка, чтобы у меня кончики были красивые. Но потом подумала, что у меня там были кусочки орехов довольно крупные, чтобы если у меня позастреет в этой звездочке, не захотела морочиться, все равно я бока буду присыпать орешками. Поэтому просто начиняем. Засовываю куда, покуда могу засунуть, выдавливаю, пока мой мешок, сам крем не начнет выталкивать наверх. Сильно долго туда выдавливать не нужно, потому что можно треснуть вафелька. Вот. И, собственно, вот моя гора трубочек уже готова. Сейчас осталось только присыпать бока. Это проще простого. Я просто придавливаю вот так вот. И все пристает. Вон, видите, сбоку у меня лежат вот эти конусы, которые я приготовила для тортика.
Я знаю, что вроде девочки по этому рецепту, по похожему, делают и в духовке. Ну, смотрите сами. И вот, собственно, моя горка трубочек. Вот моя вафелька, которая ждет тортика. Она будет вот так вот у меня на тортике. Там будет внизу типа мороженка. Вот. Так что пробуйте. Если что непонятно, пишите. С вами был Кекс. Я буду очень рада вам подсказать, помочь. Буду очень рада вашим лайкам и отзывам. Так что пока-пока.